Уральские школьники на этих зимних каникулах получили возможность вдоволь поиграть в хоккей и покататься на коньках и санках. В городе открыли 35 катков и 5 больших ледяных горок. Для ребят из дворовых клубов, а их в городе 16, организовали хоккейный турнир на новом льду. С удовольствием приходят сюда и взрослые, развлечения для всех совершенно бесплатные. Самое главное, чтобы школьники провели время с пользой для здоровья подальше от компьютеров и всевозможных гаджетов, отмечают в городском отделе спорта. Мы с утра до вечера катаемся, играем в хоккей с ребятами. Вот, ходим на каток ледовый там. Я очень рад, что залили лед в этом году. Вот не было льда, а вот сейчас залили лед. В каникулярное время, в зимний сезон проводится это хоккей с мячом и лыжи. Также другое время каникул проводится по другим видам спорта. Это волейбол, стритбол, шахматы, тоос, комалак и другие виды спорта.